Мы не можем, чтобы они забивали друг друга, ломая друг друга. Остров любви 2020 может быть оставлен, поскольку боссы ITV говорят, что не хотят отправлять неправильный сигнал во время блокировки. Как заявили боссы ITV, Остров любви 2020 может быть ограничен, поскольку он подаст неверный сигнал во время блокировки коронавируса. Руководитель канала Кевин Лига подтвердил в четверг, что они могут отказаться от планов на летний сезон в этом году, так как было бы неуместно, чтобы его звезды ломали друг друга, в то время как страна придерживается мер по социальному дистанцированию. Это происходит из-за того, что Кевин также исключил переговоры о том, что новая серия «Острова любви» может быть снята в Великобритании, несмотря на сообщение о том, что культовая вилла может быть перенесена в Корнуэлл. Кевин признал, что они находятся в точке, когда им нужно решить, стоит ли идти дальше с «Островом любви» в этом году. Во время виртуального интервью, организованного Эдинбургским телевизионным фестивалем, он сказал: «Мы приближаемся к моменту, возможно ли это. Майорка откроет свои двери». Босс канала добавил, что они не захотят отправлять неправильный сигнал зрителям, когда страну просят оставаться дома и держаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Какой сигнал это могло бы послать, если мы устраиваем шоу, где все собрались вместе, работая над друг другом, а остальному миру сказали не приближаться ни к кому в парке? Добавил он. Кевин добавил, что они планировали перенести съемки этого года в Великобританию с обычного места на Майорке. Он отправил в отставку сообщение о том, что новая серия может быть снята в Корнуолле, сказав, что «это не будет так же». Кевин также сказал, что они надеются принять решение относительно новой серии «Острова любви» очень скоро, и, если сериал не получится, будет большой коммерческий эффект. Ранее в этом месяце сообщалось, что боссы Love Island надеялись продолжить съемку нового сериала и отложат дату начала до июля. Источник в телеэкране сообщил Mail Online, команда по-прежнему привержена сериалу, который выйдет этим летом. Шоу будет продолжаться. Производство на «Острове любви» было сказано, что предстоящий сериал все еще запланирован, но показ начнется месяцем позже, в июле. Все обычные приготовления идут впереди. Это происходит после сообщений о том, что многие актеры этого года потеряли тысячи фунтов в событиях и сделках с большими деньгами, поскольку страна остановилась во время блокировки. В четверг Джек Купер из Hopkins PR сообщил Метро, что звезды упустили ключевые моменты зарабатывания денег, которые ранее давали звезды в сумме до миллионов фунтов.